очень сильно адаптировались. Как минимум Фалькон, они, когда встретились с Инсендио, они не выпускали из бана ту же Фашу против Розы. И как они начали, так и закончили этими банами, что во многом им помогло и одержать верх над их соперником. Так что здесь наверняка будет что-то аналогичное. Какой-то бан против РРК специфичный максимально. До последнего будут его держать. Фарамис, никаких удивлений. На первый бан отходит от РРК. Фальконы банят Ван-Ван. Тут же банится Кадита. Кстати, интересный выбор для РРК. Они оставляют очень много открытых персонажей. В том числе у нас остается Глу, Джой, остается Кэрри. Сейчас Фальконам придется это все отбанивать, но все не получится. Как минимум что-то вы идете до вразмен. Поэтому есть смысл делать таргетированные баны именно против РРК. Будут они на это рассчитывать или нет, вопрос остается открытым. Да и смотри, если ты сейчас банишь Джой или Глу, то остается, к примеру, Кэрри. Да, если ты поэтому сейчас банишь Кэрри, остается. Окей, да, но у тебя все еще ситуация такая же. Если RQ сейчас решает, хорошо, хорошо, давайте, вы играете по мете, мы сейчас играем четко по вам. И как мы поняли, если действовать по аналогии Эхо и Оники, то играть по игрокам куда выгоднее. Ну, знаешь, у Оник есть конкретный игрок, против которого имеет смысл играть, жестко играть, это, естественно, Кайри. Здесь кого-то одного выбрать будет сложновато. Естественно, также можно по той сейчас же позиции. Сейчас по мидлейнеру играть. Да, по мидлейнеру, допустим, можно по джанглю как-то выйти. Но, естественно, тут этого может и не хватить. Поэтому давай смотреть, что предпримут и RRQ, и Фалькон, в свою очередь. Они Кай вообще убирают. Ну вот смотри, что они себе оставляют? Либо Глу, либо Джой. Соответственно, Фалькон должны понимать, им нет смысла... И Фани банить. Еще есть. Либо отдать Джой, как вариант, да, и забрать для себя ту же самую Фани. То есть у вас уже Эксперт будет как минимум без какого-то контроля. Ну или Лесник, но мне, конечно, Джой в лес не очень нравится. Но это лично мое мнение, где я и где профессиональные игроки. Естественно, это большая разница. Поэтому, может быть, для себя приоритет поставит именно на такую роль данного персонажа. Тем не менее, я считаю, что это не самый лучший выбор. И это бан Ив. Да, они понимают, что все это придется Ива. Размен делать. Ну, то есть, они осознают, что, окей, соперники заставляют их размениваться. И это должен быть Глу на ФП, либо Джой. Не стали ничего выдумывать. Джой. И теперь дабл пик. Допустим, нам понятен один вариант, один Глу. Выбор. Глу, что по второму? Будем ли мы брать Фани или же нас Слушай, она уже не интересует? Фани рановато. Вот Хуфру какого-нибудь можно тогда, если вы хотите. Кстати, Хуфра Хуфру очень неплохо... в первую фазу? А Хуфра неплохо контрит Джой, во-первых. Во-вторых, как бы вы обезопасите, если что, Фани. Это очень интересный вариант. Раздумывает насчет Валентины. Фредрин показывает, кстати, ребята очень быстро кликают. И это все-таки будет Фредрин. Фредрин. Тоже неплохой выбор. Уже очень танковый сетап сейчас намечается у коллектива Фалькон. Но вот то, что они взяли Хуфру, это, может быть, и хорошая идея, и не очень. И вообще, будут ли они его брать до самого конца, потому что, понятное дело, ближе к такой стадии подготавливаются совершенно иные стратегии. Показывают цитату от Банчана, говорит, что уже сложно с RRQ. Это, во-первых, и коуч, их тренер Аркадия, в том числе новые стратегии, очень сильно улучшил их макро и помогает, естественно, по всем аспектам игры. Да, говорят, что очень хороший тренер. Я вообще замечаю, что многие игроки отмечают у оппонентов именно тренеров. Тренер — это важно. Тренер — это супер. Хороший тренер вообще на вес золота. Благодаря ему можно очень и очень много обеспечить. Смотри, возможно, слегка неожиданный вариант. Люнакс в первую фазу. Игрок. Вот игрок, да, мы его постоянно видим. Он в определенный момент даже в первую фазу может и в бан улететь. Но здесь его пока показывают первый матч и позволяют еще ему появиться. Да, Linux Grog. Ну и что, последний пик. Будут ли добирать кого-то стрелка, роумера или все-таки решат мидлейнера взять? Потому что уже есть Linux, но это все еще может быть Linux в голд. Mm-hmm. А что по Фредерину мы делаем? А что по Фредерину? Берем его просто в лес? В лес, конечно, в лес. Без вариантов. Фредерин строго в лес и пойдет, будет стоять там. Хуфра не появляется, зато появляется Валентина. Валентина для Джастина. 4 из 4, как уже отмечали, до стадии драфта. И попробует продолжать успех. 5 из 5 себе обеспечить. Но вариант действительно опасный. Валентина, мы видели, в большинстве случаев очень серьезные проблемы доставляет сопернику. Не позволяет. И все равно, ты знаешь, что у тебя, конечно, украли.
Но вот эта микросекунда, где ты думаешь, ага, нам нужно от этого отыгрывать, это позволяет Валентине внести небольшой сумбур в тимфайт, и, естественно, этим остальные тиммейты команды Falcon будут пользоваться. На самом деле, интересная стратегия от RRQ. Я вот сейчас смотрю, Валентина, да, какие ульты-то воровать? Ультов практически никаких нету, поэтому, в принципе, выбор от RRQ действительно-действительно очень хорош. Беатрис банится, все еще не верит в то, что это Люнокс может быть на голду. Они считают, что, скорее всего, будут забирать стрелка себе потом RRQ. Чем ответят их соперники? Ну что ж, время по роумерам, мне кажется, играть. Самый тайминг пошел. Ну, давайте смотреть, кто у нас еще остался в довесок. И вот вспоминая опять же ту самую Хуфру, которую ты упоминал, пока ее игнорируют абсолютно. Банят дальше Клауда и сидим смотрим. Да, по стрелкам решили вдарить, ну почему бы и нет. Тоже очень опасный персонаж, не хочется против него отыгрывать. И это минус Хаябуса. Лесника исключает для RRQ, решили, что не, не хотим, давайте не будем. Хотя вот Хаябуса, конечно, в рамках чемпионата мира как-то вот, ну, не очень себя показал. Вчера Кайри показал, что Хаябуса опасен. Но глобально... Это раз на раз не приходится, раз слово на совсем, раз. Да. И Харид банится, вынуждает, судя по всему, либо Броуди забирать, либо какого-то другого стрелка. Тут Лесли... Нет, не очень смотрится. Броуди? Ну, Броуди можно, да, в принципе, попробовать. Броуди всегда доступен, если что, почти... Ну, там иногда его пытаются как-то еще подбанить в последнюю фазу. Но это редкий, скорее, гость в стадии банов, поэтому можно его будет попробовать реализовать. Но вот тут прогадали чуть-чуть Фальконы, мне кажется. Вот судя по тому, как агрессивно отбанивают RRQ персонажей, они полностью рассчитывают... О, это Клинт вообще намечается. То есть решили так. Уверена, что Клинт в Люнокс пойдет. Слушай, интересное решение. Четвертый пик. Пятый сейчас пик получается. Четыре пика было до этого. И только одна победа пока у Клинта. Да, винрейт так себе. Винрейт не очень. Знаешь, это вот такие специфичные, что и Лесли, если мы вспомним, у нее тоже винрейт не самый большой. У Броуди чуть получше, но у него тоже не самое частое появление. Поэтому тут вариант уже специфичный под желание, я так понимаю, голдлейнера. Очень красиво делают, на самом деле, фальконы. Они оставляют ромера на самый-самый-самый конец. То есть они заставляют понервничать RRQ. До сих пор не понимают, что именно будут выбирать оппоненты, да. То есть очень много опций открыто. Вы можете как взять какого-то роумера, который будет танком, а вы можете взять какого-то роумера, который будет наносить урон. Потому что, в принципе, танковитости это хватает. Забирая два пика, и Мелисса. О, Мелисса. Где-то второй радуется раз... один Сергей и Мартис. Да, второй раз подряд у нас появляется. Вчера она исполняла в том числе успешно, да, одно появление, видим, 100% винрейта. Так он и хотел говорить, давайте один раз она появится, 100% винрейт получит и уйдет. Но нет. Вторая карта, и сейчас винрейт может измениться не в лучшую сторону. Что в результате позволяет Франка взять? Франкевич появляется. Вот вам и выкосили фальконы на самый последний пик, что тоже очень-очень интересно. Франк такой персонаж, плеймейкер, да, если вы за него хорошо хуки кидаете, крюки, то будет вообще максимально неожиданно периодически для соперников, потому что из кустов с ним, конечно, делать что-то очень и очень тяжело. Ну что ж, сетапы укреплены, есть уже понимание. Мне, наверное, не очень нравится в команде RRQ практически полное отсутствие контроля. Ну, у тебя классический подход, контроль, коэффициент контроля, и в целом это имеет смысл. Посмотрим, получится ли справиться без этого. И, в принципе, такая история допустима. Видели мы, вот, некоторые тренеры говорят, remember no stuns, вот эти знаменитые. И это иногда работает. За как Falcon сработает здесь? Да, топят также игроки, участники, очень многие... Будем смотреть, кто победит на самом деле. Пики и баны уже были сделаны. В принципе, предикты можно говорить. Я бы, наверное, именно по сетапу поставил бы на фальконов. Хотя на самой игре я, конечно, предиктил именно то, что RRQ обыграет. Я вот тоже в целом на матч поставил RRQ. И сейчас вроде выглядит поинтереснее немножко у них. У них, во-первых, и Джой тоже на ФП уверенный вариант развития событий. Мелисса, в том числе при поддержке Мартиса, должна работать отлично. Ну и давайте смотреть. Первая карта. Игра нижняя сетка. Игра на вылет. И
какая-то команда после этой, по результатам этой серии отправится домой. Да, 4 человека аж выходят на Вазон, то есть настолько они хотели его, очень сильно рейтили, ну и забирается синий баф, тем временем Джастин вместе с Наоми запушивает, хороший хук дается, но Клея не должны забирать, нет, ну Клея уйдет отсюда, у него есть светло, очень много урона, правда, от Джастина проходит, естественно, первым скиллом он не достает, слишком далековато все это дело было, продолжает Джастин дамажить оппонентов, но здесь на этом все дело и закончится. Альберт выфармливает себе 4-й левел. Наоми хук стандо. Неплохо, неплохо. Свлекающий опасно дейбол. Продолжить, пока нечем. Однако тут уже 2 героя смещаются от Фалькон. Готовы они дальше принимать соперника. Цепляют Вина, пока он не такой плотный. Можно попытаться его наказать за это, но все-таки выживаемости хватает, чтобы бежать, бежать и бежать. И тем не менее, Кен не останавливается ни перед чем. Неужели за Видом под Т2 пойдет? Но все-таки бросает эту затею и возвращается обратно. Не, слишком далеко, нельзя так идти. Так, хук, хорошо уворачивается Клей. Притом, знаешь, уже практически некуда было уворачиваться, но все-таки получилось у него это сделать. Вот, напоминаю нам, что Фальконы топ-1 по First Blood'ам, 93% за ними, 14 из 15 игр они оформляли себе первый фраг. 93% очень много. Так, у нас начинается черепаха. Джой, идет инициация. R7 распрыгивается. Все, ульта должна будет сейчас пойти. О, Кен страдает. Кен много урона принимает в себя. Пытается таунтить. Хорошо, смайтит все-таки для себя, для своей команды. Еще на развороте играет Джастин. Уничтожает Альберта. И у Вина проблемы. Что творится? RRQ теряет 2 игроков. Проблемы не только у него. Естественно, Альберт еще подставился под удар. Черепаху тоже потеряли. И вылазка на нижнюю линию оказалась неэффективной. Пытается сейчас R7 что-то помешать с Кеном. Пока получается не очень эффективно. Видимо, что на развороте готовы самого R7 напрягать. Но Кену тоже нужно быть осторожным, иначе его здесь могут закрыть. Джастин на поддержку пришел. И есть минус. Валентина не постеснялась прийти. А дальше можно идти тоже сражаться. И неожиданно погибает. Все-таки Кен решил он продолжать сражение, за что наказали. Но еще дальше можно драться. Вин начинает в ответку на стрельбу. И Джастин оказывается на коне. Одного за другим Вин пытается как-то отомстить хотя бы. И у него это получается при поддержке вместе с Клеем. Но драка на этом не заканчивается. Yellow Flash тоже наносит урон. Про него забывать не стоит. Что происходит? Третья бесконечная минута. Драки. 8 фрагов. 8. У нас иногда на 10 столько нету. А тут происходит просто нереальная жесть. Колоссальное количество передвижений, сражений. Кен при этом всем выживал так долго, что даже не знаю, что добавить. У него было буквально 2 столба, да, именно основного количества ХП. И он на этом дрался. И дрался очень-очень хорошо. Выходит Наоми, будет ли хукать. Промахивается хуком. Не удается у него это реализовать. Хотел хук-флик под вышку. Хотелось бы. Да, но не получилось. Небольшое преимущество есть сейчас за командой Falcon после всех драк. Помним про то, что RRQ упоминали агрессию команды Falcon и что с этим надо мириться. И вот эта попытка помириться принесла 1000 золота команде Falcon. Главное сейчас не пытаться проводить вторую такую защиту. Хотя черепаху, наверное, хочется себе попытаться забрать. Но, естественно, тут уже подготавливают почву. Фредерин уже занимает позиции перед черепахой. С двух сторон также могут сместиться товарищи. Разве что не хватает Франка немного, но он тоже уже в этом направлении смещается и будет помогать. Ну, тут 2 лесника стоят. R7, кстати, перетягивается сюда. Клей рядом находится. Пытается хоть как-то восстановить себе ХП. Не получается. Это будет сражение 4 на 4. Еще и Мелисса, кстати, рядом. Воруется ульта от Джастина Грока. Yellow Flash идет инициация от него. R7 распрыгивается. Много урона проходит по соперникам. Ой, в КД прыжки уходят. Но это, кстати, возможность для фальконов. Но нет, черепаха и выйдется. И хук неплохой. Тут же ульта пошла. Вот Франко играет дальше по Вину. Вин, контринициация от него. Да, играет Клей. Наоми падает первым. Еще и добирает второго. Минус Кен. Клей, дабл килл. Вот тебе и Люнас подключилась очень успешно. И теперь черепаху можно забирать команда RRQ. Хотя очень не хотят этого. Фалконы пытаются подходить, пытаются как-то помешать, но нет. Альберт забирает эту черепаху. И по черепахам счет 1-1. R7 еще и дальше идет. Хочет что-то с Джастином придумать. Но, естественно, 1-1 пока ты не такой сильный боец. Он просто ульту выдает для того, чтобы продамажить. И полегче Клею стоялось. Ну и обратно на нижнюю линию, а сверху видим засада. Вин вместе с Кайлером ждут, что кто-нибудь сюда выйдет. Но, естественно, никто не подставляется. Клин потихоньку стоит дальше, тоже в кустах. Ждет, что подойдет Франко, и вот на него уже пусть нападают. Так, Клей, кстати, готовится к засаде. Нет, он даже не будет там пушить никого.
просто выходит вперед, помогает запушить Мелисси. Очень далеко стоит Зипикс, опасается то, что рядом кто-то может быть. Вин, пойдет от него инициация или нет, под инвизом. Тут же настреливает. Ой, хорошо, Клей цепляют. Дальше идет инициация от Валентина. Светлая ульта, Джастина лоу хп, ставится стенка. Альберт рядом. У Джастина огромные проблемы, отдает флик, пытается отойти, не получается. Альберт закрывает своего соперника под инвизом. Наоми на лоу хп, можно забрать его. Но нет, все-таки решили РРК отойти, но вышка, 1 хп просто у нее. Вышку тоже можно сломать по ходу дела, и тем не менее выгнали с верхней части карты команду Falcon, выровняли положение дел по деньгам и смещаются сейчас в центр, где Кен в соло пытался пушить, но за это его никто не может наказать. Джой в это время все на нижней линии, пока что потихоньку зарабатывает деньги, опыт, но вот выходит на Кена. Посмотрим, может быть, попробует немного по нему поработать. Ну, а крипа просто хочет забрать у R7. Так, ульта пошла от... Ну, да, это просто на дизенгейдж. Для того, чтобы проверить, что, как, почему. В целом, и Yellow Flash тоже ульту теряет. У R7 скоро откатится, у Yellow Flash чуть попозже. Где-то 10 секунд, наверное, у Джоя осталось. Ну а команда Falcon, в свою очередь, понимает, что нужно снова окапываться вокруг черепахи. Наоми уже занимает позицию под хук и будет ждать возможных выходов со стороны соперника. Если получится подцепить Люнакс, то все пройдет гораздо лучше, чем на прошлый раз. Ну и Люнакс, естественно, это понимает, поэтому не подставляет. С первым идет Вин, и его цепляют, и в него начинают вливать катастрофические цифры урона. Тут же могут подцепить и Люнакс следом, но успевают уйти. И черепаха должна доставаться. Скайла подошел, пытается что-то Марти сделать, но, естественно, получится не так далеко. И Альберт забирает таки черепаху себе, и теперь можно с позиции силы продолжать. Джастин пытается выйти в спину, ворует у Люнакс фокус, но этого не хватает. Вот Скайла все-таки подставляет под удар, забирают и его. Альберт, хоть что-то нужно сделать, но его держат в узде, и он погибает следом. Джастин забирает Мартиса, команда соперника, и R7 живет, уворачивается от хука, но что дальше делать? А непонятно, что дальше делать, потому что два игрока осталось. Клея очень хорошо закрыл лесник команды Falcon, а именно Кен. И за счет этого, конечно, в большинстве оказались Falcon. Вот каждый раз на черепахах мы видим какие-то качели. Просто 16 убийств на 8-й минуте. Я все еще очень сильно удивляюсь тому, как быстро и как много действий происходит. Очень активная игра с обеих сторон. И видим, что работают по ключам. Работают по ключам агрессия. Но вот тут снова ловят, снова фокус Наоми пошел. Зипекс начинает наваливать, но Наоми страдает. Правда, успел прикнуть, может быть, вышку сломать. Однако пока сломали только... Никого не сломали, нормально, соперники все ушли. Соперники сломали, получается. Соперники сломали сверху, там глу соло работает. И нормально. Здесь никого, лица никому не сломали. Ну, Наоми выжил, конечно, на честном слове. Повезло, насколько я увидел, у него щит Афины там уже куплен, поэтому он смог все-таки реализоваться. Ой, R7 тягает! Хорошо, а дальше можно продолжить или нет? Нет, все-таки распрыгивается R7, использует отмщение. И, кстати, отходит отсюда Джастин. Будет ли инициация от него? Нет, забирает просто спокойно вышку на нижнем коридоре и возвращаются обратно ближе к своей базе. Реализация от Falcon вполне себе успешная. 2000 преимущества у них. Ранняя агрессия продолжает работать, будем об этом напоминать постоянно, уже вышки все сломали, фрагов больше заработали, денег тоже больше заработали, и пока все складывается максимально благополучно. Для них главное тоже не расслабляться после этого, попытка хукануть кого-нибудь не увенчалась успехом, и просто будут охранять этого лорда, возможно, кто-нибудь высунется таки. Знают, что не хватает пока Джой, но, естественно, Джой уже начинает также перетяжка, потому что вчетвером драться будет невозможно. Джой очень быстро перетянется. Сломает еще Т1 на низу. И, по-моему, не особо хотят принимать этот файт Falcon. Они пока что не решаются выйти дальше. Они опасаются Джой в спине. Может, по перетяжке попробуют подцепить эту самую Джой и что-нибудь с ней придумать. Ждет ее как раз Франко, но возвращается обратно. И занимают уже лес. Половину лорда пробили. Будут ли двигаться дальше? Вин ну, готов прыгать. Ну теперь уже все, до самого конца будет. Yellow Flash, подкидывание, уворачивается от него. Так, хух, пошел от Франка. Играет дальше, тут же абсолютное умение. Играет по Вину, Вина уничтожает, стирает с лица земли. Играет дальше Альберт уже. Развоплощает своего соперника. Минус Наоми, минус при этом всем Скайлор. Размен пока что не в пользу коллектива RRQ. Цепляет Yellow Flash своего соперника. Играет дальше по Клею, пытается максимально его контролить. Альберт развоплощает Джастина. Зипик тем временем может погибнуть. R7, неплохая реализация от него. Таун ставится, играет. Дальше Кен по нему, Клей, Клей не выживает, его все-таки Yellow Flash догрыз до самого конца, и это
очень затяжной файт заканчивается, наверное, все-таки в пользу фальконов. И мы как-то отступить отсюда. Глобально видим, что золото-то не изменилось. Лорд никто его и не забрал. Но единственное, что Марти заработал парочку фрагов, которые ему так долго не давали сделать, наконец. И это может для него немножко послужить приятным бонусом относительно команды Falcon. Но, естественно, для них пока все еще более-менее терпимо. Да все, в принципе, терпимо и для RRQ, так-то уж, если говорить начистоту. Файты они хорошо проводят. Более-менее, ну, то есть... жить можно. То, что вот потеряли первую линию обороны, для них очень неприятно. А вот то, что Т2 вышку, конечно, сломали RRQ просто за счет слоу-пуша, это очень-очень печально. Отдали объект на ровном месте, опять начинает игру за лорда, 24 тысячи хп остается. Пук от Наоми идет, к сожалению, в никуда. В прошлый раз зацепили Вина, получится в этот раз или нет. Конечно, желательно какую-то другую цель, но тут уж кого цепляет, того цепляет. Красный баф забирается для Зипикса. Готовится врыв со стороны команды Falcon. Отбегает РРК. Очень неплохо распределяется. Джой тем временем скипает пачку на миду. Пытается до самого конца. Ой-ой-ой, без ульты. А вот Р7 без ульты — это плохо. И теперь Falcon это понимает. И они могут пойти до самого конца. 12 тысяч остается у лорда. Джастин принимает ту самую Р7, ту самую Джой. И пробовать что-нибудь с ней придумать, но не получается, пока и в итоге лорд восстанавливает все свое здоровье обратно, и начинайте сначала, ребята. В итоге все ультимейты восстановятся вновь, и можно продолжать. Не воспользовались фальконы своим небольшим преимуществом, небольшим окошком, и Джой снова в спине бегает, еще жертву, и ее пытаются поймать четвером. Есть ловушка, пошел фокус, есть контроль, и хватает ли ресурса? Да, Джастин забирает, но параллельно за ним пытались напасть на Кена. Кен, естественно, не та цель, которую вы быстро можете остановить. Переключаются дальше, уже гонят в лес соперников, кого-то нужно подцепить. Своровали ультимейт, все очень больно команде RRQ. Идут уже по Т2. Скайлар тоже пытается как-то отойти, улететь, хоть что-то сделать. Скайлар! И на развороте хотя бы надамажить, но нет, Зипексу не хватает. В результате Джастин делает даблкил, забирая и Мелиссу, и Люнакс. И остается только один Альберт. Один Альберт ничего абсолютно не сделает. Лорд отходит для коллектива Falcon. И 37, 38 тысяч уже даже на 33,4. 4,7 тысяч преимущества. Сейчас еще будут разгоняться дальше Falcon'ы. Очень хороший файт, но самый важный момент был сделан на центральной линии. Не пожалел Наоми ни флика, ничего для того, чтобы просто поставить стан по сопернику. За счет этого Джой удалось уничтожить за считанные секунды. Верно. Очень важный фраг. Здесь ее просто ждали, понимали, что если мы выключаем Джой, все дальше пойдет попроще. Но продолжение битвы под лордом, сетка поставлена, пробует остановить Yellow Flash, но его так просто не остановишь, все-таки Глу. Хотя бы лорда нужно забрать, и относительно с минимальными потерями, если не пойдет дальше их соперники, они останавливаются, и, ну, жить еще можно. Можно, нужно даже, более того, 13-я минута, значит, нету дополнительной защиты у RRQ. Кстати, Вин пытается далеко зайти, R7, с ульты врывается, идет инициация, тут же хук хороший дается от Франка, Зипик закрывает своего соперника, потрясающая реализация Мелиссы, Клей уничтожает Джастина, Yellow Flash также развоплощает потихонечку, есть килл дополнительный, Альберта минусует, это размен 2 в 2. Ну, прыгнул очень и очень агрессивно, R7 тоже готов цеплять следом, еще хоть кого-то нужно найти, находит Зипикса, понимает, что нужно добить сначала его, у него это получается сделать. Минус скрин, переключается за Кеном. Его бить очень не хочется, но по идее нужно. Однако тут уже вышка, это Т1 стоит, очень сильно мешает. И Клей собирается поддерживать до последнего своего товарища. Наоми пробует дать отпор, но, естественно, под Т2 вышкой ты пока не столь силен. Очень большое количество урона от R7. Вот он так до этого подставился. И как сейчас он хорошо реализовал свой выход. Остается два игрока. Появляется все-таки Глу у Фальконов. И теперь есть шансы. Скайлар начинает, видимо, что очень серьезно подключаться. И не менее урон, наверное, чем от Люнакс тоже влетает. Джой показывает, что не так-то просто вам будет, даже если вы находитесь на своей территории, мы продолжим давление. И благодаря этому выходу, небольшим просчетом, скажем так, со стороны команды Falcon, во-первых, выравнивается преимущество по золоту, во-вторых, открывают центр. И следующий лорд, если получится забрать его, RRQ уже будет работать по базе. Будут работать по базе. Ну ладно, верхняя линия еще есть Т2 вроде как, но она там это, знаешь, два удара. Там это буквально один заход и все. Нужно понимать это, естественно. Команда Falcon собирается потихоньку вместе. Хотят еще немного времени выиграть и для Фредерина, и для Клинта, чтобы они там полез что-то позаработали. Но команда RRQ полностью заряжена на нижнюю часть карты, на лорда. Они просто ждут, стоят. Не хватает только Джой, но, как мы видим, Джой успевает переключаться в самые нужные моменты. Слушай, а, кстати, уже практически full build готовится на Джой. Очень много
голды, и Мелисса щит Афины последним предметом. Остается совсем немного золота, и у нее все будет очень-очень круто. Ну что ж, лорд встает, и самое время файтиться. Вин тем временем под инвизом, не самая удачная ульта. Идет инициация по Джастину. Джастину заперли. Прекрасная стенка. Тут же ульта идет от Франка. Пытаются закрыть своего соперника. Р7 все еще живет, а ничего не использует. Джастин все-таки погибает. Размен один в один. Продолжает сражение. Минус Фредрин, но Фредрин встает заново. Его тут же минусует второй раз. Вин все еще живет. Очень большие проблемы у коллектива Falcon. Им приходится отсюда отходить. 2-1 размен. Естественно, преимущество сейчас за командой RRQ. Пробует переключиться обратно на лорда и попробует Наоми им в этом помешать. Но к этому готовы. Стенка поставлена. Наоми приходится обходить по дальней дуге. Скайлар тут же его контролирует и начинает нападение. Но поддержка у Наоми имеется. Зипекс будет, если что, поддерживать. И нужно работать по лорду. Пробует потянуться и врыв не получается. Клей забирает себе лорда и на развороте готовы цеплять Yellow Flash. Наоми пробует еще и поймать Вин. У них получается вместе с Клинтом. Но Yellow Flash один против целой армии. Минус 3 может быть. Но 3 в 1 точнее. Но успевает уйти. Поддержка тоже была. И пока вроде более-менее, но лорд потерян. Лорд потерян, но не самая страшная потеря, которая может быть, потому что у них и вышки все еще стоят. Да, вот если будут три ломаться, то это уже совершенно другой вопрос. Сейчас выходит лорд. Без вариантов нужно его дефать. И в полном составе находятся фальконы, а вот у RQ пока что еще одного игрока нету. Это хорошая опция для красной стороны. Грок пока отсутствует, и поэтому обороняться будет чуть попроще, но он уже выдвигается в направлении базы соперника, и должны понимать, что есть вроде небольшой, кто может провести какую-то атаку, но нет, они просто идут и работают от защиты, уходят под вышку, и здесь будут их принимать. Лорд прыгает, половину вышки ломает, но, естественно, после этого его сразу разбирают. Ну, хорошо задефались фальконы. Опять же, в меньшинстве были РРК, они это понимали, из-за этого... Больше, чем Т2 вышка, вряд ли они заберут. Хотя вот с этими крипами можно попробовать зайти по минду. Тут же дефается нижняя линия. И по центральному коридору все-таки будут заходить. Кен тем временем готов принимать. Тут же идет инициация от игроков команды RRQ. Очень много урона проходит от Мелиссы. Но на дизенгейдже Валентина потрясающе отыгрывает. И Джастин не позволяет своим соперникам подойти. Вышка стоит, а значит придется отступать. Придется еще выигрывать немного время для себя. 90 секунд до следующего лорда. И посмотрим, как этим воспользуются команда Falcon. Наоми уже вышел с базы, уже в кустах ждет, когда кто-нибудь покажется на линии, и они видят Альберта, попробуют ли по нему поймать, а тут ловушка от RRQ. Они тоже понимают, что это может быть байт, и это можно использовать для себя. Есть хук, но промахивается, Альберт не попал под удар, можно начинать драку. Кен не самая лучшая цель, может быть, кого-то другого подыскать. Можно попробовать. Ой-ой-ой, Кен далеко заходит. Тут же инициация от Грока. Очень много урона. Скайлор развоплощает своего соперника. Абсолютно менее пошло от Yellow Flash. Пытается максимально впитывать урон. Удается ему это сделать. Отходит ближе к своим тиммейтам. И это неплохая засада от RRQ. 1-0. Никого даже R7! Не потеряли. R7 нет, далеко не пойдет. Ну, хотя бы вышку нужно сломать уже неплохо. R7, конечно, тут не стесняется прыгать чуть ли не на голову соперникам и понимает, что пока они ему ничего не могут сделать. Вообще ничего сделать не могут, но у него еще отмечение. Вот когда у R7 нет отмечения, да, это совершенно другая история. А на текущий момент, конечно, реализация может быть вполне себе. Что ж, переворачивает потихоньку игру RRQ, уже золото в их пользу начинает потихоньку капать, и скоро будет лорд. Остается всего лишь 15 секунд до его появления. Кен, конечно, ресается, но вот хватит ли урона фальконам? Главное, чтобы хватило урона по лорду, а там уже что-нибудь разберутся, по лорду, по идее, хватает. И... Тут у обеих команд, знаешь, да, урона хватает, поэтому с этим-то проблем нету. Тут еще выживаемости. Вот выживаемость, вопрос интересный. Сможет ли в прошлый раз Иннокена хватило ресурсов? Перетяжки есть, готовы заходить с фланга. Вин все это время в кустах ждет. Понимаю, что лорду уже начинают разминать. Альберт просто принимает удар на себя. Внимание пока что привлекает по большей части. Но, естественно, ищут цели, чтобы их не хуканули. Ждет Наоми, ждет какого-то. Наоми спалили, пошел фокус по Вину сразу, быстро его нужно забирать, чтобы он ничего не предпринял, но не получается, Вин уходит, а там Клей начинает наваливать, цифры урона зашкаливают, Наоми пробует спастись, но его не отпустят, R7 делает минус, Джастин тоже не сможет отсюда уйти, и это киллинг спри, Скайлор показывает класс. Yellow Flash, это, кстати, еще может погибнуть. Минус Zipix. Остается только один Yellow Flash. И это 5 игроков. Это 5 игроков команды RRQ. Это как будто бы конец. Это как будто ГГ, да. Тут без вариантов. Что? Команда RRQ, проведя уверенную драку на лорде, готова идти заканчивать первую карту, по крайней мере, для себя. И фальконы держались очень долго. 20 минут. 20 фрагов.
плюс с каждой стороны. Это была очень напряженная игра для них, но RRQ все-таки показали, почему они фавориты, почему многие их любят. Мелисса, и поехали. Ну, вторая там, победа для не нее. Мелисса, там очень много Joy делала, да и в принципе комбинация вот от RRQ работала. Про Joy понятно, да, не зря самый популярный герой. Но то, что они вспоминают в таких моментах героя, которые достаточно специфичны, когда у вас небольшой выбор и реализуют его достаточно успешно, это всегда приятно посмотреть. Ну да, Мелисса сюда хорошо все-таки заходила, очень много урона наносила, в том числе будет интересно потом посмотреть на цифры в глобальном понимании. И Фальконы, конечно, вот не хватило немножечко темпа. Вроде разогнались, вроде как все хорошо. Проблема была в отсутствии урона. То есть у вас Франко, у вас Глу, у вас Фредрин. Три персонажа, которых не убить. Но и они убить не могут. То есть вы вроде живете, но это не помогает вам защищать базу и не помогает вам, что самое главное, ломать базу соперника. И вот она, последняя линия обороны. Там клин для этого был, но все равно у тебя, считай, только два дэмэдж-диллера. В размен на, извини меня, Joy, которая очень много урона наносила, при этом тоже выживала колоссальное количество времени, оттягивала на себя постоянно внимание. У тебя есть Люнакс, которая с темной просто взрывает, и Мелисса, которая наносит урон не по одной цели, а сразу по нескольким, если попадает. Мы видели это, и страшно. Страшно было смотреть. А вы, друзья, не забывайте смотреть на нижнюю часть экрана, потому что там вам подсказки о боевой ночи 21 января. Обводите эту дату в календаре, потому что именно в этот день для вас просто безграничное количество наград. Это, естественно, боевые очки, это защита звезды, вот эти все полезные штуки, бесплатные герои. Все можно будет опробовать именно в самое этот день. Самое главное скин. И скины. Скины, это я уже не понимаю, потому что это само собой. На ваших экранах все скины, которые... Я приоритет пытаюсь раздать. А, приоритет. Да, скин это всегда самое главное. Дестройер за скинами. Да, конечно. Есть скин, нет скилла. Это про меня. А вы, дорогие друзья, естественно, самые у нас лучшие. Поэтому у вас будет и скин, и скилл. Так что дерзайте, 21 января заходите в Mobile Legends и получайте бесчисленное количество наград, которые они для вас подготовили. Поэтому будем следить за развитием событий, помимо того, что вот сейчас М4 идет, да, там будет небольшая передышка, и после этого 21 января обязательно возвращайтесь. Обязательно. Ну, то есть чемпионат мира вплоть до 15 числа продлится, и у нас будут финалы именно в этот день. Кстати, еще отдельный респект и уважение, дорогие друзья, всем тем, кто встал с утра пораньше, да, сейчас все-таки... Сколько у нас? Ну, слушай, встаешь на работу! Утро, да. Ну, некоторые включил. Встали намного раньше, потому что трансляция-то началась у нас уже, получается, как, именно матч, да, минут 40 назад. Матч 40 назад, да. Поэтому всем, кто встал с утра пораньше, чтобы поддержать коллектива, вы нереально. Реальные молодцы, да и все просто, кто смотрит, вы красавчики, мы вас очень сильно любим. Надеюсь, вы также не забываете следить за всеми новостями в различных соцсетях. А и для вас специально не мы, не забывайте следить, да, за промокодом. За промокодом, вон он там находится внизу, вон, сейчас проверю, точно, да, точно там, там, точно там, да, вот находится. Отсвечивает нам. Тебе отсвечивает? Мне отсвечивает очень сильно от него. Очень яркий промокод, поэтому заходите на mobilelegends.com в раздел Redeem и вводите этот промокод вместе с необходимыми данными. Если что, модераторы чата вам подскажут, как делать и что нужно делать, если вы в первый раз этим занимаетесь. Но сразу совет, да, как у нас Destroyer рассказывает, открывайте вкладку и ждите. Конечно. Ждите, как настоящий охотник за промокодами, как настоящий джанглер, да, вот, выслеживайте свою жертву. Будьте Франко. Вводите промокод тогда, когда нужно, так сказать, подтягивайте к себе удачу. Что ж, первая карта позади, и Фальконы чуть-чуть не хватило. А вот RRQ потрясающий переворот, нереальный камбэк. Они проигрывали, очень много проигрывали, и в какой-то момент казалось, что все, Фальконы уже начинали заходить под Т3, а потом раз... Переворот. Бац-бац-бац, естественно. Mm-hmm. История о том, что максимально равные коллективы, и игра тоже показала, расстоялась на свои места. Нет какой-то однокалиточной, да, там 3-19, вот это вот, что мы видели где-то в начале. Здесь уже 22 на 20. По золоту, естественно, тоже качели очень серьезные. Опять выясняется, насколько важны вот эти объекты по типу лорда, как под ними... Удивительно, казалось бы, да? Вот, но они тоже очень-очень важны, и вот драки под ними очень сильно расшатали команду Фалькон. Не смогли там, они воспользоваться, конечно, этим вот, преимуществом. Мне кажется, вовремя не отошли в момент, когда они пушили Т3, надо было просто отойти, но они... После потери лорда.
Ну и потеря лорда тоже, там много всего, много факторов, которые сыграли, но вот как-то вот Фалькон чуть то ли расслабились, то ли не успели дожать из-за того, что у них все-таки сетап, ну, не совсем предрасполагал. Ну, то есть, посмотрите, у команды оппонентов есть как минимум три персонажа, которые могут дамажить, да, там, условно говоря, можно еще Мартиса причислить, но такое себе. Вот, три предмета собрано у R7 именно на магический урон. Его тяжело было убить. 7-3-9. Я, кстати, думаю, что он получит MVP, потому что очень много всего делал. И, справедливо. Да, R7 действительно молодец. Ну и у вас Мелисса тоже дамажит. Ого-го, сколько. Люнакс в темный может за секунду стирать своих соперников. Что? Страшная цифра. Нет, я просто посмотрел последний предмет, горелка. Что? Клей? Ну, я думаю, Клей просто так уже взял. Ну, почему нет? Может себе позволить. Победители не судят. Победители не судят, никто не судит. Купил и купил. 6-4-11 тоже, да, неплохая история. По КДА все приятно максимально. Альберт там, конечно, на Мартисе, возможно, стартанул не самым лучшим образом, но потом вышел хотя бы в равный, но по фрагам тоже поднялся 4-4-13. Также в большом числе фрагов поучаствовал. Ну, мы помним, как он развлекал, опять же, на лорде, пока Вин занимал позицию в кустах, а Альберт был на самом виду. 62 тысячи на 58 отрыв-то вообще практически никакой. Если вспоминать игру, то, конечно, все было вообще неоднозначно. Смотрим по количеству урона. 364 тысячи на 302 тысячи. 62 тысячи разница. Это уже довольно большие показатели. Да. То есть чуть-чуть не хватало однозначно Фальконам. Количество урона, которое в себя впитали, тут побольше уже непосредственно у Фальконов. Было бы странно, если бы это было не так, да, на 100 тысяч они больше приняли урона. Но проблема в том, что вы урон-то принимаете, а урон не особо наносите. Ну, это не рабочая схема. Это много, это много, это очень большая разница. Ну и по вышкам, собственно, естественно, лучше сыграли RRQ. Контроль черепаха, лорда и вышка, опять же, получше у RRQ. Не сильно, но две черепахи в размен на одну. И по одному ларду забрали. Вышки остальные я не особо считаю, потому что там уже заход был до конца в трон. Именно из-за этого большая разница. А так, в целом, плюс-минус одинаковые показатели именно по объектам. Но вот по урону, который был принят и урон, который был отдан, да, это две разные вещи. Ну, это возвращаясь к вопросу того, что все проистекает из пика. Какой план был у тренера, какой план был у команды Фалькон изначально, что вот они с таким пиком попробуют это закрыть. У них в целом-то ведь почти получилось. Если бы они чуть-чуть побыстрее это все разворачивали, то у них, возможно, совсем другая история была. Но RRQ, как видим, умеют затягивать и... Как ты отметил, естественно, R7 забирает себе MVP на Joy. Ну, это было очевидно. Очень много импакта он носил. И действительно, именно данный игрок выиграл игру, можно сказать, отчасти. Один раз чуть не залил. Но потом зато действительно реабилитировался и дважды выиграл файты для своей команды. Это там Joy, даже... который наносит урон. В один момент, помнишь, да, где они пытались смещаться в лорду, и четыре человека из команды Фалькон просто ждали эту Joy. Давайте, да, нам нужно убивать Joy любой ценой. И когда у них это получалось, вот у них тогда получилось убить Joy, драку они провели для себя в плюс. В дальнейшем R7 выводы сделал, и только уже от авангарда соперника работал, ждал, говорит, ребят, давайте вы врывайтесь, я когда инфу получу, я пойду уже разбираться. Смотрим передвижение по карте с 5 по 10 минуту. В основном приоритет был на XP, конечно. Ну, это, в принципе, основная задача. Встягивался периодически на мид под объекты, но в основном именно на XP стоял. Но, опять же, там тоже Глу, который постоянно пушит. Не очень приятно, но... Но приемлемо. Но приемлемо, да, потому что вы тоже Joy. Есть такое. Единственное, разве что точек нет, знаешь, как любит Joy крипскипать потихоньку, там по Т3 бегать. Здесь вот такого я не... Возможно, раньше он до 5 минуты этим занимался, и вот этот момент на тепловой карте упущен. Но все равно выиграл и выиграл, так что его работа, ну, здесь не может быть недооценена. И видим, что и отмечают его и на трансляции MVP-шкой. Его работа была замечена. Его работа была замечена, поэтому вопросов никаких нет абсолютно. Смотрим хайлайты. Да. Смотрим хайлайты, как развивались сражения в самом начале. Вот стеночки эти от Грога, конечно, да, очень душат.
очень неприятный и очень много работы выполнял, в том числе игрок. Но, конечно, MVP может быть только один. Очень много работы выполнял игрок-игрок. Игрок-игрок. И вот мы видим... Игрок! Игрок! Осада хайграунда, видим, не особо успешная, после чего началось нападение. Та самая проходка в центр, где сломали вышки оставшиеся. И уже неудачные попытки вылазки под лорда, где ребята показали максимум. Да, вроде бы забрали Джой, но какой ценой? Там и Скайлор на Мелиссе показал, и Клей на Люнекс тоже не пощадил, бедолаг. И в итоге даже смерть Джоя особо не сыграла. Но Джой тут, смотри, он все время зипиксел, душил.